Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий, и я являюсь представителем компании «Кинглонг». От лица компании с удовольствием приглашаю вас посетить выставку «Пассворд», которую пройдет в Москве с 23 по 25 октября. «Кинглонг» на международном автобусном салоне представит две модели автобусов в обновленном дизайне, а также совершенно новую модель компактного городского автобуса. Автобус XMQ6129Y официально будет представлен широкой публике в ярком и запоминающемся дизайне, выдержанном в фирменной стилистике нового поколения автобусов «Кинглонг». Современная светодиодная оптика, облегченный доступ к запасному колесу и передним фарам, новая цветовая палитра отделочных материалов салона и много других инноваций. Автобус «Кинглонг» XMQ6900 – уникальный туристический автобус среднего класса. Внешний вид автобуса идеально и гармонично смотрится с любого ракурса. В этом заслуга профессиональных дизайнеров завода «Кинглонг». Автобус XMQ6820G предназначен для городских пассажирских перевозок. Данная модель вобрала в себя результаты более чем 25-летнего опыта завода «Кинглонг» в области разработок и производства автобусов данного класса. Особенно в части организации пространства пассажиров, удобства управления и обслуживания, безопасности и доступности, в том числе для маломобильных групп населения. Длина автобуса составляет чуть более 8 метров, что позволяет маневрировать в плотном автомобильном потоке и на тесных улицах. Панорамное остекление обеспечивает отличную обзорность водителю. Помимо этих новых продуктов, у нас есть и другие новости. Подробно о них мы расскажем вам уже на выставке. Поэтому, дорогие гости, мы приглашаем вас посетить наш стенд номер 420 в павильоне номер 8. Спасибо за внимание.